По данным Федерального центра изучения общественного мнения, 83% людей считают себя счастливыми. Самыми жизнерадостными оказались жители Южного федерального округа. Насколько счастливы ульяновцы и в чем заключается их счастье, сейчас узнаем. Ну, счастье – это когда у родных, близких и друзей все хорошо, наверное, так, потому что когда у самых близких все хорошо, и тогда и сам человек счастлив. Наверное, чтобы дом был все в порядке, был царил мир, взаимопонимание, любовь, и было спокойно, благополучие. И вот насколько по 100-бальной шкале вы счастливы? Я счастливый, как никто. Счастливо. В том, что живу там, где сытно, тепло, как говорится, и мы в защищенных границах. Ну, счастье, наверное, в мелочах каких-то, не знаю, которые каждый день происходят. Надо радоваться там, солнышку, я не знаю, что ты гуляешь с друзьями или музыку слушаешь, рисуешь. Честно, сидеть, спать, ничего не делать. Да. Наверное, это здоровье своих близких, счастье в семье. Ну, это какое-то благополучие, взаимопонимание. Вы счастливы и на сколько процентов по 100-бальной шкале? Ну, я счастлива. У меня двое взрослых детей. Муж любящий и любимый. Поэтому я счастлива. Для меня счастье – это находить вещи, которые приносят тебе радость и привносят в твою жизнь смысл. А вот на сколько по 100-бальной шкале вы счастливы? Я думаю, это меняется в зависимости от сезона, от увлечений. Но сейчас я бы сказала процентов на 75. Счастливы. Что для вас счастье? Моя работа. Я доктором работаю. Поэтому если все у пациентов хорошо, то я счастлив. Да, я счастлива. И счастье мое заключается в том, что я каждый день расту над собой. Делаю что-то новое, изучаю что-то новое. Вот буквально сейчас я записалась в художку, потому что я хочу научиться рисовать, и если я научусь, это сделает меня счастливой. Насколько счастлива по 100-бальной шкале? 98. 2%, когда красный аттестат получу. Я счастлив, потому что имею все, что нужно для нормальной жизни. Вот, к примеру, приехал сюда поступать в авиационный. Осуществляю свою мечту давнюю — стать пилотом. Так что могу сказать, что жизнь у меня прекрасная. Счастье – это родные, здоровые, близкие. Заниматься любимым делом, наверное. Насколько оцениваете свое счастье по 100-бальной шкале? 93. 70. Для меня счастье, чтобы моя семья была рядом, все были здоровы. И я счастлива от того, что у нас в Конституции строгий закон. Вот мне 86 лет, и я благодарна, что Россия остается чистой. Чистой, как чистая душа. У нас нет однополых браков, материнства этого суррогатного. И потом ощущение, что все равно Россия выживет и выстоит все. Да, я считаю себя счастливым человеком. Счастье заключается в том, что каждый день ты можешь просыпаться, видеть хорошее настроение твоих близких. От этого у тебя у самого повысится настроение. Счастливый человек – это добрый человек.